Беспредела быть не должно. Сегодня президент потребовал от силовиков жестко пресекать противоправные действия во время избирательной кампании. Главная задача – сохранить стабильность в стране, обеспечить законность. В повестке совещания было много вопросов для обсуждения, но именно избирательной кампании сегодня уделили особое внимание. Александра Лукашенко интересовала, как силовые структуры оценивают обстановку и что могут предложить по укреплению стабильности, если ситуация обострится на любом этапе избирательного процесса. Кругом нарушения законодательства, более того, этических норм, оскорбления, выпады в сторону власти. Есть такие, кто считает, что для достижения цели все средства хороши. То, что в борьбе за симпатии населения они используют исключительно популистские лозунги и ничем не подкрепленные обещания, это пусть разбираются сами люди. Они проанализируют, сделают соответствующие выводы. Народ разберется. Но то, что сбор подписей эти кандидаты превратили в несанкционированные митинги и массовые мероприятия с нарушением всех мыслимых и немыслимых законов и норм морали, это недопустимо. Потом нам придется очень дорого за это заплатить. Вы знаете, как подобная ситуация развивалась в Украине. Ладно бы людям в погонах угрожают или провоцируют их. Но ведь угрозы сегодня сыплются со всех сторон в адрес государственных служащих, участковых комиссий, которые проводили парламентские выборы. Потому что еще участковых комиссий по президентским выборам нет. Но уже в адрес тех, кто проводил эти выборы парламентские, в адрес их семей, со всех сторон угрозы. Это что такое? Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки. Потом они сформируют команды и группы боевиков, которые не исключено захотят организовать побоище на площади. Все удивляются, ах, як Лукашенко откажет. Ответ будет один. Вы прекрасно понимаете. По мнению Александра Лукашенко, предвыборные технологии, которые используются сейчас в Беларуси, не отличаются чистоплотностью, но власть не допустит раскола в обществе. Будут приняты все меры, чтобы сохранить мир и стабильность в государстве.